Щука. Самая известная из хищных рыб наших вод. Практически имя нарицательное, аналог агрессивности, прожорливости, опасности в европейских культурах, почти на уровне с архетипом волка. Вершина пищевой цепочки везде, от пресноводных болотец и микроречек до многокилометровых водохранилищ и самых крупных рек планеты. Нетребовательную к качеству воды быстрорастущую щуку наши предки хорошо знали и ловили на искусственной приманке и 100 и 200 лет назад, и вероятно и ранее, в отличие от других более привередливых хищников, которые попадались только случайно на живцовые оснастки или в сети. Щука нерестится раньше всех остальных пресноводных рыб. Нерест начинается с более молодых особей при температуре воды от 4 до 6 градусов по Цельсию. Иногда даже под льдом, и продолжается иногда вплоть до мая включительно. К появлению в водоеме мальков других видов рыбы, маленькая щука, уже подросшая на микроракообразных насекомых, достигает доминирующего размера и активно охотится на все, что помещается в пасть, а иногда и не помещается. Щука – засадный хищник и очень мало времени проводит в активном поиске добычи, предпочитая засады любого типа – от меляков, заросших травой, до глубоководных коряг. Чаще всего в наших условиях интерес для рыболова будет представлять стена камыша или аналогичная стена водной растительности перед бровкой с изменением глубины. Но засадой может служить даже притопленная ветка посреди чистого полива или одинокий пучок растительности. Шнурки, щучьи подростки, прибавляющие в размере в разы на первых двух годах жизни, клюют на все и почти всегда. Атакуют и небольшие приманки, и то, что больше их по размеру в 2-3 раза. По сети гуляет вот такая таблица, неправильно передранная с немецких источников. То есть мало того, что в ней не совсем верный перевод, так ее еще воспринимают совсем неверно. То есть по этой таблице, даже если ее правильно перевести, двухлетняя щука – это не щука на втором году жизни, как некоторые думают. Это щука на третьем году жизни, которая прожила 2 полных года и пережила 3 весны, начиная с вылупления из икры. Вот таблица исследований щуки на озере Эллингтон в Канаде. Эту таблицу, хотя она полностью соответствует физиологии щуки, для нас следует воспринимать не прямолинейно, так как это озеро очень северное, находится примерно на широтах нашего Санкт-Петербурга. То есть для нас чуть-чуть картина тоже другая, хотя эта таблица и ближе к реальности. Сделав некоторые поправки, я привожу свой вариант первой таблицы относительно
средних широт России, Украины и Белоруссии. На мой взгляд, соотношение возраста и веса наших щук выглядит примерно так. Повторяюсь, примерно, потому что вес и длина будет зависеть от многих факторов. От размера водоема, от характера водоема, то есть там травянистый, он не травянистый, течение, не течение. Ну и, естественно, от кормовой базы. Так как по достижению половой зрелости щучий метаболизм сокращается и в целом из-за засадного образа жизни невелик, целенаправленная поимка крупной щуки на наших запрессованных стоячих водоемах становится не самой тривиальной задачей. На реках дело обстоит слегка проще в связи с большим расходом энергии рыбой на течение и необходимостью ее постоянного пополнения. Активность взрослой щуки связана с освещенностью, температурным режимом водоема, временем года. Весна. От схода льда до температуры воды 18-20 градусов по Цельсию. Среднелистовый жор, посленелистовый жор. Из названий все ясно. Обычно работают некрупные и невысокочастотные приманки. Выходы возможны в течение дня. Но перспективнее утренние и вечерние часы. Лето. Для береговых рыбалок актуальны рассветный и закатный час перед и после. Возможны и небольшие выходы в районе полудня. Приманки можно использовать любые. Самые активные, громкие, высокочастотные хорошо работают при прогретой воде выше 18 градусов. С лодки ситуация со временем суток проще, но в целом лето не время трофея. С уменьшением солнечного освещения в течение дня и остыванием воды, начало которого приходится у нас на август-сентябрь, вся хищная рыба входит в режим подготовки к зиме, активно набирая вес.
щука начинает осеннюю активность с более мелких особей, и с остыванием водоема ниже 12 градусов тепла уже можно рассчитывать на встречи с трофеями, вплоть до ледостава. Чем ниже температура воды, тем менее активные, но крупные приманки нужно применять. Относительно активности щуки, в отличие от других наших хищников, можно с уверенностью применять, пожалуй, только еще один природный параметр – атмосферное давление. Щука не или слабо активна на динамике повышения и при высоких давлениях. Продолжительные выходы с хорошей активностью обычно случаются во время динамики по снижению давления в течение суток-двух. Постоянное, низкое, высокое или среднее давление – обычно средняя активность. Ловля максимальных размеров трофейной щуки свыше 10 или 20 кг – отдельная большая тема, так как переваливая за 8-10 кг веса, щуке уже трудно скрыть себя, трудно развить нужную скорость для атаки даже из засады. Растет она уже больше вширь, чем в длину. Соответственно, меняет основной рацион с рыбы на водных животных, земноводных, млекопитающих и птиц, больных крупных рыб и просто тухлятин. Метаболизм таких экземпляров падает почти до нуля. Поэтому питаются такие гиганты очень редко. Специалисты говорят о разе в неделю-две и о беспроблемном переносе ими голодовок несколько месяцев. Шансов попасть к незаточенному на такую ловлю спиннингисту на крючок у таких трофеев очень мало. Не говоря уж о, наверное, еще более малом шансе у щуки дожить до таких размеров в наших водоемах, точнее с нашим отношением к ресурсам нашей окружающей среды. Хотите ловить большую щуку, дайте ей такой стать. Отпускайте. Котлеты и щуки, она большая по вкусовым качествам она не годится, не идут ни в какое сравнение с удовольствием, которое этот сильный хищник дарит спиннингисту на рыбалке. При зрелищных поклевках и при сопротивлении на вываживании, когда щука не жалеет ни себя, ни сна. Спасибо за внимание. Ни хвоста, ни чешуи.
могли бы быть. Иди сюда. Сейчас отпущу. Раз и все. Вообще, никаких проблем. Никогда не берите рыбу руками. Лайки, подписываемся на канал. Спасибо за внимание. Ни хвоста, ни чешуи.